Здравствуйте, дорогие подписчики. Сейчас мы едем, будем тестировать ДТК закрытого типа на ружье 12 калибра. Протестируем на Бинелли и протестируем на моем Нео 12. Как сказал изготовитель, 50-70% будет глушить звук выстрела. Поэтому мы, как сейчас доедем, сделаем видео, как это все выглядит, и постреляем. Уже более детально вам все расскажем, покажем. Бинелли. Влад, как называется? Рафаэлло 123 армия. Все, давай. 12 калибр. ДТК закрытого типа. Выше. Ну, ты считаешь, что пойдет их ниже? Ниже будет это. Вот хрень. Вот это. А теперь максимально. Да, эхо вот от деревьев идет конкретно. Ну 50% точно глушит. Вот если вверх. Если вверх, да. Даже... Оно и так глушит, если он. Это ты сейчас деревья. Вот, да, от деревьев. Вот там. И да. Вот кто, если кто-то рядом, то он не поймет, что отсюда стоит. Будет думать, что оттуда. Вот так. А, ну сейчас, подожди. Давай. Ну, мы стреляем, давай, как по тарелочке. Да вот, гильзы стреляют, да, еще что-то. Гильзы? Гильзы попасть нужно. Такая балда, что попасть должен. Давай, а звука нет, да? Звука вообще нет. Звука вообще нема. Понять можно и не все звуки. Ты цель побольше нашел? Разбей, ага, упал. Вообще не глушит. Аля, чуть-чуть открутилась. Или, значит, сильнее надо. Нет, нет, а вот это ключом надо. А, ключ нужно. Ключ. Нет, это нормально, так ключишь, не надо. Так, скажи, сертификаты все есть, никакие проверки. Ну, при проверке. При проверке показываешь все. Сертифицированная продукция. Охотиться можно. Конечно. Прям идешь на охоту. Вопросы. Вопрос последний оборудование. Не, я вообще не сказано про ДТК. Ничего. Согласен. Второе. На этот у тебя есть документ. ДТК написано ХР1. Угу. Сертификация ответственная. Сертификат. Заключение экспертизы о том, что это не является ПБСом, а ДТК, есть. Все. ХР Краснодар. Ага. Я думал, Краснодар один. Давай, сейчас еще один. Сейчас ты дострелять решил? Ну а что, 4 патрона осталось. Давай я тебя кину, дебильно. Будете попасть уже. Ну попадай я. А ну, что, давай, давай. Ну, что? Давай, вот, давай. Целишься, не целься, накрыл, нажимай. Только накрыл и нажимай. Блин, еще не тяни, не сопровождай. Накрой, давай. Давай. А ну раз, давай я кину. Тоже вот так зацелился, как ты. И выстрел сверху. Вот момент, я вышел на метро, надо нажимать. Я ее начал сопровождать, все время сверху. Что ты понимаешь, я по мировую, допустим, я могу тоже на все эти банки есть сертификация ответствия, то что прибор не является прибором для бесшумной стрельбы. В общем, все закон. По закону. Ну все, постреляли мы
из ружей. Ну, честно скажу, результат есть, и результат очень хороший. Банки эти можно использовать на любом полуавтоматическом ружье, где есть вкручиваемые чоки, то есть насадки, дульные сужения. Поэтому, если кого заинтересовало, пишите мне в Инстаграм, ВКонтакте.